Сегодня в полдень в Красноярске стартовала донорская акция в поддержку пострадавших в ДТП под Козулькой и Балахтой. Ее в срочном порядке организовало Министерство социальной политики. Дело в том, что первоначально на станции переливания сообщили, что крови достаточно. Однако впоследствии выяснилось, что и ее все же не хватает. Откликнуться на призыв Краевого центра крови в Министерстве соцполитики решили личным примером. В акции приняли участие глава ведомства Галина Ковалева и многие другие сотрудники министерства. Присоединиться к ней приглашают и всех желающих. Неравнодушных красноярцев, которые готовы сдать кровь в поддержку пострадавших в авариях, ждут в Краевом центре крови номер 1 по адресу партизана Железняка 3З. Теми, кто у нас находится на излечении, у нас создана рабочая группа. И сразу, вот 22-го произошла авария, мы с ними встречались и 23-го, и 24-го, и сегодня. То есть в первый день мы узнали, в чем нуждаются те, кто лежит на излечении в краевых учреждениях. А на следующий день все, что им нужно, в чем они нуждались, им было оказано. Это было... и одежда, и сотовая связь. У многих был вопрос о том, что нету вещей, которые остались на месте аварии. То есть все вопросы, которые озвучили те, кто находится в больнице, были решены. Сегодня мы еще раз выходим с тем, чтобы еще раз уточнить, что за прошедшие выходные что-то может быть изменилось. Если еще в чем-то нуждаются, мы тоже готовы им помочь. Такая же аналогичная помощь оказывается и в Козульской ЦРБ, и в Ачинской ЦРБ, где находятся на излечении тоже граждане, попавшие в аварию.